Всем привет! Вы на канале «Вкусно дома» и с вами я, Ольга Молодцова. Сегодня мы с вами будем готовить ленивые голубцы в подливе. Кстати, о том, как приготовить настоящие голубцы, видео у меня на канале есть. Ссылочку на него я вам оставлю в описании под этим видео. И, может быть, здесь где-то оставлю подсказку. Нажимайте, переходите. Ну, а нам понадобятся следующие продукты для нашего блюда. 500 граммов говядины, 250 граммов свежей капусты, 2 луковицы, 2 моркови, столовая ложка муки, столовая ложка томатной пасты, 2 чайные ложки соли, чайная ложка перца и 1 яйцо. На мой взгляд, ленивые голубцы должны быть действительно ленивыми. И в этом рецепте как раз все делается очень просто. Итак, мы начнем с приготовления фарша. Для этого нарежем мясо, лук и капусту. Причем все эти продукты нарежем довольно крупными кусочками. Для фарша будет достаточно одной луковицы. Чем мне нравится этот рецепт, здесь капусту не нужно ни мелко шинковать, ни заливать кипятком. Сейчас сразу лук, капусту и мясо пропускаем через мясорубку. Все ингредиенты я постоянно чередую, и фарш получается уже довольно однородным. Нам лишь осталось добавить сюда яйцо, чайную ложку соли и пол чайной ложки перца. А теперь все это тщательно перемешаем. Теперь из нашего фарша сформируем голубцы. Я их обычно делаю овальными, продолговатыми и достаточно высокими. Форму для выпекания или противень слегка смазываем растительным маслом и выкладываем туда наши голубцы. Духовку разогреваем до 200 градусов и выпекаем наши голубцы в течение минут 30 до румяного цвета. Ну а мы пока займемся приготовлением подлива. И для начала лук нарежем полукольцами. Если лук довольно крупный, его можно разрезать еще пополам. А морковь натрем на крупной терке. И сейчас в сковороде на небольшом количестве растительного масла обжарим лук. Добавляем чайную ложку соли. Пол чайной ложки перца. Когда лук стал прозрачным, отправляем к нему морковь. Дальше в подлив нам нужно добавить томатную пасту, а также муку, чтобы он стал более густым. Как я это делаю, чтобы не было комочков муки, я вам сейчас расскажу. Муку смешиваю с томатной пастой до однородности и по чуть-чуть добавляю воды. Постоянно размешиваю, добавляю еще воды и довожу до состояния жидкой сметаны. Наливаем в подлив стакан воды. И добавляем смесь из томатной пасты и муки. Все тщательно и быстро размешиваем и оставляем тушиться на медленном огне под крышкой. Если вы хотите подлив сделать более жидким, добавьте еще стакан воды. К этому времени голубцы как раз приготовились. Выкладываем их сейчас в подлив. Еще их нужно сверху этим подливом полить, чтобы они полностью пропитались им. И тушим еще под крышкой минут 15. Голубцы готовы, и они получились вкусными, нежными, сочными, с ярким вкусом капусты, без лишних хлопот. Поставьте лайк этому видео, если вам понравился этот рецепт. Обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, тогда вы не пропустите мои новые рецепты. Заходите в мою группу ВКонтакте и в Инстаграм, все ссылочки в описании под этим видео. Также жду от вас комментарии. Ну а у меня на этом все. Приятного вам аппетита. Пока!